Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я продолжаю цикл лекций, посвященный проблемам соотношения рынка и государства в условиях коронакризиса, пандемии, ну и, пожалуй, даже шире, в условиях того кризиса, который лишь был интенсифицирован пандемией. Мы остановимся сегодня на нескольких вопросах, на том, какова фактология, что именно произошло с финансовым валовым продуктом и так далее. Поговорим о том, какие изменения в целом вызвала пандемия в сфере государственного регулирования, в сфере качества жизни и социального неравенства в отношениях собственности. Это будет анонсом тех конкретных разборок, извините, тех конкретных вопросов, которые мы будем подробно рассматривать на протяжении всего курса в ближайшей исторической перспективе. Я приветствую всех участников нашего курса. Мы говорим о рынке и государстве в современных условиях. И эти условия, продолжающиеся уже 2 года пандемия. И более того, это не просто пандемия, это процесс, который начался в условиях стоящего на пороге, а пожалуй, уже и разразившегося мирового экономического кризиса, второго мирового экономического кризиса 2021 года. Начался он, пожалуй, в конце 20-го даже года, и это второй кризис 21 века. Я хочу коротко напомнить, что Андрей Иванович Колганов на предыдущей лекции рассказал вам о том, что именно предшествовало этому кризису, начиная с того, что обрушилось на экономику в 2008, ну точнее 2007-2008 году начался первый мировой экономический кризис 21 века и продолжался как минимум 2 года. Это было действительно ударом и по экономике, и по людям, и по идеологиям, и даже по экономической теории, поскольку накануне первого мирового экономического кризиса в 2007 году Американская экономическая ассоциация заявила, что финансовая и экономическая система США и мира устойчивы, и все разговоры о кризисе – это очередные пугалки, страшилки, которые не имеют объективных оснований. И гарантом этого является соответствующая неоклассическая экономическая теория, на основе которой построены строгие модели будущего развития, прогнозы, etc., etc. В отличие от основного направления, того, что марксисты когда-то называли буржуазной экономической теорией, представители гетеродоксальной экономической теории, это и классический институционализм, и теория развития, классическая политэкономия, прежде всего марксистская политическая экономия 21 века. Эти ученые говорили, что кризис возможен, и более того, вот Андрей Иванович Колганов и я в «Глобальном капитале» книге, которая вышла первым изданием в 2004 году, сказали о том, что угроза кризиса гиперреализована. То есть в любой момент любые субъективные ошибки правительства или случайные потрясения могут вызвать мировой экономический кризис. Финансовая система характеризуется перенакоплением бессмысленных финансовых ресурсов вторичных и так далее, деривативов. И эти активы во много раз превышают мировой валовой продукт. Оценки были в 10 раз, в 12 раз, самые скромные в 8 раз. Соответственно, вот этот пузырь был надут и готов был лопнуть в любой момент при любом неосторожном движении. Но неосторожное движение тогда произошло в связи с ипотечным кредитованием. О том, что происходило накануне 2020 года, вам, я уже говорил, рассказал Андрей Иванович Колганов, и я это повторять не буду. Что же произошло дальше? Зимой 2019-2020 годов начались новые кризисные потрясения. И здесь вы вот прежде всего видите ситуацию с ценами на нефть, которые стали первым звонком
того, что экономика находится в весьма непростой ситуации. Падение в разы с более чем 70 долларов за баррель до уровня ниже 30 долларов за баррель. Для России это было ожиданием катастрофы, я подчеркну, ожиданием, поскольку, как и, собственно, отметил ряд экспертов, в том числе вот Андрей Иванович и я, к сожалению, текстов не сохранилось, но мы выступали на центральном телевидении, вот в частности в программах НТВ, на дискуссиях, на ток-шоу спорили с экспертами, говоря, что ситуация на нефтяном рынке как раз может выправиться, а вот на финансовых рынках кризисные явления слишком глубоки, и вряд ли нынешняя модель сможет их разрешить. Точнее, нынешняя модель точно не сможет их разрешить, а вот вряд ли будут проведены реформы достаточно глубокие, чтобы хотя бы на время эти противоречия сгладить. Впрочем, о том, что происходило во время пандемии, позже. Итак, очень резкое падение цен на нефть. Сейчас мы посмотрим дальше. Дальше я хотел вам показать картинку с индексом Dow Jones. Здесь ситуация еще более впечатляющая. Я даже не буду ее комментировать. Вы видите скачок с 20 пунктов, подъем точнее с 20 пунктов до 30, затем падение до 19. И вот эти лихорадочные колебания на протяжении пары лет характеризуют как раз ту нестабильность, неустойчивость финансовой системы, хотя это только один из индикаторов. На самом деле их гораздо больше. Да, естественно, я говорил о тысячах, извините. Естественно, гораздо больше этих индикаторов неустойчивости финансовой системы, но не будем увлекаться. Пойдем дальше. Собственно, то, на что обращают внимание в большинстве случаев, это динамика валового внутреннего продукта. И я хотел обратить внимание, что вот левая шкала с такой зубчатой диаграммой – это темпы валового внутреннего продукта. Как видите, они очень сильно колебались, начиная с эпохи 90-х годов. Затем был классический спад во время Первого мирового экономического кризиса. Такая, в отличие от голубых столбиков вверх, это как он, лиловый, наверное, на экране, столбик вниз. Затем относительное восстановление на уровне плюс 2 с хвостиком процента, ну, фактически стагнация. И опять падение, которое началось... Вот дальше мы зададим вопрос. Оно началось вследствие пандемии или все-таки это был мировой экономический кризис, который лишь усугубился пандемией? Дальнейший процесс – это восстановление. И, надеюсь, ситуация действительно окажется такой, что через год мы вернемся к уровню до кризисного валового внутреннего продукта и мирового продукта. Что касается такой вот зигзагообразной линии, а не столбиков, то эта доля стран с отрицательными темпами в динамике продукта в процентах. Ну, дальше все более-менее понятно. Я, наверное, более иллюстрировать эти цифры, то есть комментировать эти цифры не буду, они говорят сами за себя. Вернемся к нашим более важным вопросам. Это некоторой системе параметров, характеризующих ситуацию накануне пандемии. Итак, принципиальная нестабильность, очень высокая волатильность, как говорят профессионалы, цен на энергоносители. Ну, нефть здесь очень хороший индикатор. Учитывая, что цена на энергоносители – это не столько результат на соотношение спроса и предложения на нефть или газ или что-то еще, сколько результат колебаний фьючерсных сделок на финансовых рынках. Ну, если проще, цену на нефть определяет спекуляция на финансовых рынках вокруг того, сколько будет стоить нефть в ближайшем будущем или в отдаленном будущем.
Но это, правда, очень упрощенная характеристика того, что происходит вокруг продажи и купли нефти на финансовых рынках. Но я еще раз говорю, нефть сегодня это скорее просто символ, я подчеркиваю, символ, знак, симулякр, говоря по-научному. А цена на этот симулякр по имени нефть, ну или газ, или какой-то другой важнейший ресурс, формируется в результате колебаний на финансовых рынках, где идет бесконечная борьба за выгодные сделки по поводу будущих цен на эти ресурсы. И срабатывает сложная система вторичных и третичных сделок, откуда появляются вторичные и третичные деривативы. Если вы слушали курс финансов, это я обращаюсь к студентам экономического факультета, то мои очень простые пояснения вам покажутся, скорее всего, чуть ли не смешными. Если вы не слушали курсы финансов мировых, то, вот, видимо, это будет единственный способ что-то вам рассказать, похожее на то, что происходит на мировых рынках. В свое время моей матушке профессор, рассказывая о строении вируса, вот, эта проблема и возможная трагедия человечества от вирусов была предсказана в 50-е годы 20 века. Вот, моя мама занималась еще в университете, будучи студентом, этими вопросами. Вот, запомнил с детства. Извините за это отвлечение. Так вот, матушке профессор говорил, что рассказать вам про вирусы, я сейчас, как вам, как первокурсникам, смогу примерно так же, как если я вам расскажу, что паровая машина – это самовар на колесиках. Вот я вам буду рассказывать про самовар на колесиках, вот такой образ мировых финансов. Итак, вот сегодня на мировых финансовых рынках заключаются сделки по поводу курсов валют, курсов акций крупнейших корпораций, цены на нефть, цены на золото, цены на ключевые продовольственные ресурсы, металл и так далее. Металлы разные. Эти сделки, фьючерсы, говорят примерно следующее, что вот я говорю, что нефть будет стоить $30, а вы говорите, что цена нефть будет стоить $70. Мы заключаем сделку. И тот, кто проиграл через какой-то срок, когда цена на нефть устанавливается на уровне, может быть, 150, а может быть, на уровне ниже 30, соответственно, выплачивает большие деньги тому, кто выиграл. Но вот чтобы поменьше рисковать, эта сделка, этот, так сказать, договор страхуется в определенной, соответственно, страховой компании, фонде. Этот фонд является акционерным обществом. Акции этого фонда тоже котируются на финансовых рынках. По поводу этих акций тоже заключаются сделки, сколько они будут стоить через месяц или через полгода. Соответственно, эти сделки по поводу того, сколько будут стоить акции страхового фонда, который застраховал сделки по поводу того, сколько будет стоить нефть, тоже страхуются. Помните? Вот этот дом, который построил Джек, а вот эта синица, которая... кто там был? Синица, которая ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек. Ну вот здесь вместо дома, который построил Джек, синицы, чуланы, безрогой коровы и пса без хвоста, присутствует бесконечное количество вот этих финансовых вторичных продуктов, знаков, симулякров, которые на самом деле не обозначают реального движения экономики. Это важное методологическое отступление, поскольку современная экономика в значительной степени это экономика симулякров. Это экономика знаков, у которых нет обозначаемого объекта. Вот здесь придется делать пояснение еще разочек. Да? Я его как-то делал для моих студентов экономфака во время лекции на философском факультете. Но для всех остальных, кто будет нас смотреть в интернете, на YouTube-канале «Альтернативы», я сделаю это пояснение. Симулякр – это знак, который не имеет обозначаемого, того, что он обозначает. Пустой знак. Начинки нет. Вот кто-то, пародируя постмодернистов, говорящих о симулякрах, сказал, что, говорит, вы знаете, я вот пришел в копировальный центр и попросил сделать копию книги Фуко. Мне говорят, ну давайте книгу. Я говорю, зачем? Вы мне сделайте копию. Мне нужен знак, мне книга не нужна. То есть книги у меня нет, мне нужен знак, который вы сделаете из ничего. Над человеком посмеялись. А вот хороший маркетолог, он как раз и делает из ничего знак,
которое обозначает то, чего на самом деле нет. Вот также и в финансовой сфере. Деривативы – это симулякры, которые обозначают то, чего на самом деле нет. И когда этих деривативов в 10 раз больше, чем мировой валовый продукт, это оказывается ситуация, когда обозначается то, чего на самом деле нет. Ну вот сейчас ситуация на мировых финансовых рынках, правда, не такая чудовищная, как была накануне Первого мирового кризиса. Но, тем не менее, тоже не самое лучшее. Я вам не показал еще одну маленькую циферку, я сейчас на минутку включу еще разочек. К концу 2020 года мировая задолженность, это еще один аспект кризиса, о котором я хотел сказать, это рост мировой задолженности. То есть ситуация, когда экономика живет за счет долгов. Долги покупают, перепродают, страхуют по поводу долгов, заключаются опять фьючерсные сделки, формируется соответствующая система спекуляций на финансовом рынке и так далее. Но люди, фирмы, в том числе финансовые фирмы, живут в долг. И вот эта задолженность изменилась и увеличилась существенно к моменту разворачивания кризиса, составив более 300% от мирового продукта. Ну вот эту цифру тоже надо будет нам иметь в виду. А сейчас давайте продолжим. Накануне кризиса в связи с падением цен на нефть начался спад производства еще зимой 2019-2020 года. Соответственно, начались первые сокращения невыплаты заработных плат. В России они оказались очень существенными. В других странах ситуация была различной. В Китае к этому моменту кризиса как такового вообще не было, продолжался экономический рост. Но затем появился фактор пандемии. Появился в марте и за буквально считанные недели превратился в мировую угрозу. Ну, появился на самом деле немного раньше, в марте просто он стал мировым фактом. Пандемический процесс и массовое распространение коронавируса, болезней, смертей. Соответственно, весной, поздней весной пошла система локдаунов. Весной и поздней весной. Закрытий предприятий, закрытий сервисных предприятий, сфер предприятий сферы торговли. Закрытие многих транспортных систем и коммуникаций, не только международных, но и внутренних. Ну и вплоть до изоляции граждан в квартирах или где-либо еще, где их застал в данный момент локдаун. В разных странах система была различной. В России это было несколько недель, если я правильно помню сейчас уже. В Швеции вообще отказались от локдауна, в большинстве стран это были такие селективные меры, выборочные, где-то точечные, где-то более массовые. Ситуация стала резко меняться и начался действительно существенный спад производства. Цифры по месяцам и кварталам достигали 10%, минус 10%. Соответствующими проблемами в области занятости и особенно в области доходов. Но далее в динамике доходов наблюдалась очень интересная закономерность, которая окончательно прояснилась к концу 2020 года, а весной 2021 года появилась уже официальная статистика на эту тему. Если для большинства лиц со средними и низшими доходами, а также для тех, кто находится за чертой бедности, напомню, в России это порядка 20 миллионов человек, официально 19. Последние цифры были, да, потом прыгали до 20, потом опять снижались до 19 миллионов человек. В любом случае, это огромная часть населения нашей страны. Учитывая, что прожиточный минимум это 12 тысяч рублей, ситуация действительно трагическая. И вот мне довелось совсем недавно возвращаться из российского региона, Костромской области, глубинки Костромской области. И водитель сказал, что у них вот проблема в детском садике, дорабатывает старая сотрудница, воспитатель, садик маленький, еще несколько человек всего, молодежь не идет, зарплата даже их понятиям, по понятиям этого региона низкая. Я говорю, что значит низкая? 12 тысяч рублей в месяц, воспитатель детского сада. На самом деле очень ответственная творческая работа.
кто знает, может быть, в этом садике учится пятилетний Моцарт или пятилетний Чайковский, они уже в этом возрасте проявляли свои гениальные способности, или девочка, которая 8-9 лет будет поступать в МГУ. А человек ее загробит. Просто потому, что у него нет сил обратить внимание на этого ребенка. На 12 тысяч прожить невозможно, соответственно, отработав в нормальном режиме в детском садике, надо потом еще где-то работать, еще как-то жить. Эксплуатация, модель жизни, как при капитализме 19 века. Да? Вот это реальный факт нашей сегодняшней России. Вот для этих людей локдаун и проблемы коронакризиса оказались действительно очень тяжелыми. В России 2020 год, это медианная заработная плата на уровне 35 тысяч рублей в месяц, плюс-минус несколько сотен, с очень большой вариацией по регионам. Где-то она была почти в два раза выше. Москва, ключевые центры нефтедобычи. А где-то она была существенно ниже. Это и Центральная Россия, и Северный Кавказ, и ряд других регионов. Соответственно, вот представьте себе, 20 миллионов человек живет на доходы ниже 12 тысяч рублей в месяц. Половина населения имеет доходы ниже 35 тысяч рублей в месяц. Что оказывается в условиях пандемии? Набор лекарств для одного человека, я сам столкнулся с необходимостью его покупать, с учетом каких-никаких витаминов, антибиотиков, биотиков и сопровождающих средств поддержания тонуса, если у человека легкие поражены, составляет минимум 20 тысяч рублей на 3 недели. К сожалению, обычно болеет семья. Если болеет семья, то это как минимум 3-4 человека. Соответственно, проблема встает в приобретении на 3 недели лекарств на 60-80 тысяч рублей. А доход двух членов семьи работающих в лучшем случае 70 тысяч для половины населения России. А если доход 30 тысяч, даже больше, чем прожиточный минимум. Вопрос риторический. Схожая ситуация оказалась во многих странах мира, причем не только в бедных странах, но и в богатых странах. В Соединенных Штатах Америки ситуация была трагической, и система медицинского обслуживания, основанная в основном на частном секторе, для бедной части населения оказалась неэффективной. В стране, богатейшей стране мира, и по объемам ВВП, и по многим другим показателям, очереди на улицах выстраивались за бесплатной едой благотворительных организаций. Это не преувеличение. Я не стал вам искать картинки. Вы, наверное, помните, это было совсем недавно на наших с вами глазах. Есть другая сторона этой медали. Это процесс того самого социального неравенства, о котором мы будем говорить и дальше. Соответственно, в сегменте лиц с наиболее высокими доходами, это долларовые миллиардеры, за 2020 год наблюдался устойчивый рост капитализации доходов. Естественно, не у всех, селективно, но в среднем на несколько процентов выросли доходы миллиардеров, лиц, имеющих миллиардные состояния. В России также увеличилось, суммарно я сейчас не помню цифры, но на несколько человек выросло число долларовых миллиардеров в России. Это касалось и фармацевтики, и информационных технологий, и целого ряда других сфер. Я просто рассказываю вам фактологию. Да? То, на чем редко делался акцент. Соответственно, резко обострились проблемы между различными секторами, противоречия между уровнем развития, состоянием и положением в различных секторах экономики. С одной стороны, сервис и торговля пострадали больше всех, но с другой стороны, здесь предпринимались весьма противоречивые, я скажу мягко, меры со стороны государства. В разных странах по-разному. Если взять пример Российской Федерации, то здесь, к сожалению, было много субъективизма.
в котором, о котором потом прямо говорили даже центральные средства массовой информации, представители властей, ну, вплоть до выделения в качестве судьбоносных отраслей для России денег на элитные круизы, ну и так далее, компаниям, которые проводят элитные круизы по рекам России и так далее и тому подобное. Но были и действительно продуманные решения, которые в определенных сферах экономики помогали людям выходить из этой тяжелой ситуации. Соответственно, стала проблема, как решать эти вопросы на уровне государства и на уровне частного бизнеса и на уровне домохозяйств. Каждого из нас с вами, уважаемые сограждане. Ситуация решалась, опять-таки, в разных странах по-разному. Три группы мер были предприняты. Я не занимаюсь описанием конкретных фактов. Я провожу первичную систематизацию с тем, чтобы в дальнейшем поставить вообще проблему соотношения пандемии и кризиса. Итак, три типа мер, которые предпринимались государством в условиях пандемии. Одна группа – селективная поддержка наиболее обездоленных групп населения. Бедного населения, пенсионеров, инвалидов, социально ущемленных лиц других категорий. При увеличении налогов на корпорации и на высокодоходные группы населения. Как легко догадаться, эти шаги предпринимались главным образом в странах социал-демократической моделью капитализма. Второй вариант – веерная раздача больших сумм денег. То есть всем гражданам раздавались разово денежные ресурсы достаточно большого размера. Суммарно это были 1000 евро, если говорить о странах Западной Европы в качестве примера. Третий вариант, да, и, соответственно, размер этих сумм, характер раздачи, планы, систематичность и так далее, и в случае селективном, и в случае верной раздачи обсуждались экспертами и правительством. Они предлагали соответствующие шаги руководству страны, в ряде случаев парламентом, в ряде случаев исполнительной власти, и принимали соответствующие решения в рамках краткосрочных планов по поддержке населения. Ну и в ряде случаев здесь довольно типичный пример – это Россия. Высшее лицо государства выдавало несколько неожиданно разовые суммы, естественно, не в 1000 евро, а на порядок меньше. Иногда разным категориям населения, иногда всем представителям, скажем, определенной категории населения, пенсионерам. И вот такая модель спонтанных выдач в зависимости от, ну, то ли обострения ситуации, то ли еще от чего-то, была, на мой взгляд, далеко не самой эффективной. Но оценки я оставлю в стороне, о них я скажу позже. Это то, что касается поддержки населения. Что касается поддержки бизнеса, здесь тоже было три возможных направления решения проблемы. Первое направление, которое использовалось, к сожалению, редко и в России не было использовано, это поддержка лишь ключевых отраслей бизнеса, которые жизненно необходимы для сохранения качества жизни, здоровья, обеспечения медицинского обслуживания, инфраструктуры и так далее. И для этого выделение в плановом порядке с определенным графиком и так далее достаточно крупных сумм, обеспечивающих стабильное функционирование и предотвращающих спад. При том, что в остальных сферах бизнеса государственная поддержка бизнеса не осуществлялась. Но во всех сферах, подчеркиваю, во всех сферах экономики осуществлялась поддержка работающих, то есть тех, кто в наибольшей степени страдает от кризиса. Это было неравномерным выделением средств, что миллиардеру, что миллионеру, что тому, кто живет на 12 тысяч рублей в месяц, ну или там на 1000 евро, если говорить о Западной Европе, или на 100 долларов, если говорить о странах Латинской Америки в месяц. Это была совершенно другая модель, когда людям,
обеспечивали за счет государственных ресурсов. Вот, собственно, для этого кубышка государственная создается, там фонд национального благосостояния, резервный фонд. В разных странах разные могут быть названия. Вот из этого фонда, прежде всего, из дополнительных доходов государственного бюджета, там, где они были, или за счет повышения налогов на наиболее состоятельную часть населения, за счет этих средств выделяются гарантированные суммы, равные средней заработной плате за предшествующие несколько месяцев, или за полгода, или за год, всем работающим категориям населения. Выделяются не бизнесу, в котором работает этот человек, а именно населению. В ряде случаев напрямую могли это осуществлять при поддержке под контролем, скажем, профсоюзов или других демократических организаций граждан и трудящихся, либо через бизнес-организации, но со специальными счетами, деньги на которые перечислялись из соответствующих государственных финансовых структур, но с обязательством использовать эти средства исключительно на выплаты работников. При нарушении и использовании этих средств со счетов бизнеса на что-либо другое, ну, скажем, хозяин фирмы захотел не работникам заплатить из этих государственных средств, а положить их себе в карман и, переправить в офшор. В этом случае применялись меры финансового наказания, очень высокие штрафы. При нарушениях либо систематических, либо в сверхвысоких размерах уголовные наказания. Но это просто воровство государственных денег, вообще говоря, с точки зрения рыночной экономики. Государство выделило на решение задачи, вы украли деньги, ну, ребят, вор должен сидеть в тюрьме, ничего личного. Чисто стандартная правовая процедура любой экономико-правовой системы, основанной на верховенстве права. Но, к сожалению, сейчас говорю, эта модель реализовывалась редко. В России и во многих других странах мира реализовывалась модель поддержки бизнеса, когда деньги выделялись той или другой частной структуре или государственной структуре. Но куда дальше шли эти деньги, жестко не предопределялось. Постепенно, правда, от этой модели стали отказываться, в ряде случаев действительно отказались. Но она, к сожалению, не была использована в полной... То есть она в ряде случаев все-таки была использована и достаточно широко, и сыграла негативную роль, потому что многие средства в результате до работников не дошли, а были использованы для того, чтобы компенсировать потери бизнеса. Вы скажете, бизнесмены тоже люди. Да, я с вами полностью соглашусь, они тоже люди. Хотя, весьма своеобразные. Знаете, люди бывают разными. Позвольте себе маленькое лирическое отступление. Одни проявляют товарищество и солидарность, другие действуют по принципу: «Билл, мы с тобой друзья, мне очень жаль, что твоя лошадь захромала, но мой боливар не выдержит двоих, вынимаете кольт, и Билла нет на этом свете, вы забираете его часть награбленных долларов и отправляете дальше». Это не я придумал, это американский писатель О. Генри. Читайте классику. Вот, «Боливар не выдержит двоих» — это стало знаменитым выражением, характеризующим правила рыночной конкуренции. Я сделал маленькое отступление, просто чтобы вы поняли, о чем речь. И о том, что люди бывают разными. И когда говорят, что бизнесмены тоже люди, ну, видимо, и бизнесмены бывают иногда солидарны и помогают тому, с кем они конкурируют. Я, правда, с таким не сталкивался. Да, это и правильно, потому что бизнес – это та система, где действуют законы рынка. А законы рынка говорят, что мы в пространстве обособленных частных производителей. И здесь взаимопомощь является нарушением правил игры, нарушением ну, как бы выходом за рамки производственных отношений товарной системы. Ну или нарушением правил игры рынка, институтов рынка. Институт рынка – это конкуренция, взаимопомощь – это не институт рынка. Это институт современной экономики, где наряду с рынком есть еще и солидарность, но не институт рынка. Да? В современной экономике есть много разного. Так вот, значит, прежде чем вернуться к пандемии, я позволю себе еще одно второе отступление, на мой взгляд, важное. Бизнес – это деятельность в условиях товарных отношений, то есть взаимодействия, конкурентное взаимодействие обособленных частных лиц. Бизнес устроен так, что одни разоряются, другие обогащаются.
Соответственно, обогащение – это позитивный стимул для предприимчивости. Разорение – негативный стимул для того, чтобы человек работал больше, осуществлял какие-то предпринимательские инновационные действия, ну или просто содействовал через маркетинг, пиар, что угодно, разорению своих конкурентов и увеличению объема продаж. Соответственно, бизнес – это всегда риск. Более того, говорят, что часть дохода бизнесмена – это плата за риск. Я не согласен с этой позицией, но то, что риск – это атрибут, необходимая черта рыночной экономики, здесь никто спорить не будет. Ни марксист, ни антимарксист. Это аксиома. Итак, если есть риск, то это значит, когда у вас хорошая конъюнктура, ну вот скажем, для туристической компании. Прекрасная конъюнктура, отличная погода, экономика в целом растет. В России растут цены на нефть, вот как это было в нулевые годы, до 150 долларов за баррель, это еще тот доллар, гораздо более крепкий, чем сейчас, гораздо более мощный, с большей покупательной способностью. Соответственно, быстро растут доходы населения, резко развивается туризм, и прежде всего международный. Идеальная конъюнктура, туристические компании растут как на дрожжах, они получают большие деньги, хорошие прибыли. У них возникает желание сказать: друзья, у нас очень хорошая конъюнктура, вы знаете, мы очень хотим поделиться с государством. Ну, как-то это нехорошо, что у нас большие доходы. Ну, как-то это неправильно. Мы хотим часть наших денег отдать государству. Пусть будет страховой запас, пусть людям помогут. В лучшем случае выплата стандартных налогов, а то и хорошие выплаты квалифицированным специалистам, которые помогают от этих налогов уйти. Да? Вот. Соответственно, обратная ситуация. Коронавирус, кризис, никакого туризма. Доходы туристических компаний резко падают. Что должны сказать туристические компании? Друзья, мы всегда придерживаемся строгого принципа. Государство не должно нам мешать. Не надо нам помогать, главное, нам не мешать. Вот я много раз слышал от бизнесменов в условиях хорошей конъюнктуры. Единственное, что должно делать государство, оно не должно нам мешать. Все, помощи нам не надо, мы сами все сделаем, мы предприимчивые, мы талантливые, мы инноваторы. Уйдите, не мешайте, и все будет отлично. Вот в условиях хорошей конъюнктуры уйдите, не мешайте, все будет отлично. Как только начался кризис, ситуация меняется на прямо противоположное. Все бизнесмены начинают кричать в голос, я не преувеличиваю. Я несколько раз участвовал в различных ток-шоу на центральном телевидении. Не люблю их, но иногда это очень полезный опыт. И там представители бизнеса, и среднего, и крупного, кричали, что коронакризис – это то, что резко снизит наши доходы. Если снизятся наши доходы, то мы не сможем платить зарплату, экономика остановится, люди умрут с голода. Никто не сказал, что если снизятся доходы моей фирмы, я тут же продам 4 из 5 моих домов, я тут же продам 9 из 10 моих машин, я тут же выну все мои накопления из швейцарского, японского, китайского или какого-нибудь еще банка, использую их для того, чтобы выполнить мои обязательства перед рабочими. Не благотворительность, не добрая воля, исключительно соблюдение рыночного контракта. Заключил контракт на зарплату, плати. Рабочему абсолютно все равно, хорошая у тебя конъюнктура, плохая конъюнктура. Он тебе продал товар, рабочая сила. Ты должен ему вернуть за это деньги, заплатить зарплату. Это как если, я не знаю, кто-нибудь купит машину, потом скажет: ребят, у меня плохая конъюнктура, я не буду платить за машину. Пусть государство теперь мне поможет или вообще вместо меня расплатится за машину. Я тут ни при чем. Это же смешно, смешно. А почему? За машину платить надо частному лицу, купившему машину, а за рабочую силу, которую купил собственник капитала, платить не надо. Точно так же надо. И государство здесь ни при чем. Если когда у вас хорошая конъюнктура, вы не хотите увеличивать налоги и платить больше государству, то когда у вас плохая конъюнктура, будьте добры, не требуйте от государства помощи. Вы говорили раньше: каждый сам за себя, один Бог за всех, главное, не мешайте. Вот и сейчас говорите: каждый сам за себя, один Бог за всех. Главное, уважаемое государство, не мешайте нам. Мы будем спокойно разоряться. Другое дело, что действительно, если государство не будет помогать работникам,
то разоряться в первую очередь будут не собственники капитала, у них подушка огромная, а разоряться в первую очередь будут наемные рабочие. Рабочий в широком смысле слова. Это может быть и профессор в частном университете, это может быть слесарь на частном заводе, это может быть служащий в частной конторе, которая оказывает какие-то маркетинговые услуги. В данном случае я говорю обобщенно. Ну, давайте скажем, наемный работник. В русском языке есть разница. В английском worker и worker. Извините за мой английский. Вот. Это было отступление, но очень важно. Отступление связано с тем, что разная форма государственного и рыночного взаимодействия в условиях пандемии показала вот эти противоречия современной, да и, пожалуй, любой рыночной экономики, но современной в первую очередь, потому что здесь государство играет большую роль. И, как я уже сказал, вот заканчивая второй блок наших размышлений о ситуации различных типов взаимодействия рынка и государства в условиях пандемии, сложилась модель, когда мы получили экономику с различными типами, ну, во-первых, прямой поддержки граждан, во-вторых, с различными типами взаимодействия государства и бизнеса. Еще раз напомню, были варианты, когда государство поддерживало бизнес, причем достаточно равномерно, но это редко случалось. Типичным была модель, когда государство поддерживало селективно, выборочно различные виды бизнеса, причем какой в какой мере поддерживать, к сожалению, очень часто было областью субъективных решений. Ну и третья модель, опять весьма редкая, когда государство минимально поддерживало жизненно важное производство, я подчеркиваю, не бизнес, не бизнесменов, а производство. То есть деньги давались на поддержание производства. Ибо бизнес это не только производство, это маркетинг, это пиар, это финансовые операции, это вложение активов промышленных фирм в, я не знаю, там акции финансовых корпораций или в спекуляции на финансовых рынках. Очень часто инвестиции в производственные корпорации это вложение в финансовые операции, да, отнюдь не в производство. Так вот, поддерживать государство бралось не бизнес, который мог тратить деньги потом куда хотел, пусть даже и селективно, скажем, в определенных отраслях, а поддерживать только производство. Вот на производство тратите, на сырье, материалы, минимальное обновление оборудования, на зарплату работникам, отлично. Хотите эти деньги перевести в офшоры или вложить там, в акции какой-то финансовой корпорации, инвестиционного фонда, нельзя, запрещено. Ну и, наконец, последняя ситуация, когда, точнее, дополнение к этой модели, это прямая поддержка работников во всех секторах и регионах экономики. Ну, вот это коротко о общем подходе, да, чтобы вы поняли, что происходило в условиях пандемии и происходит в значительной степени. Очень интересные события, трансформации происходили в сфере отношений собственности. Соответственно, пандемия выявила целый ряд проблем, которые весьма остро показали противоречия между частным и общественным сектором. Это касалось нескольких сфер. Это касалось такой сферы, как, ну, прежде всего, наверное, частная и общественная медицина. Ну, в качестве такой вводной иллюстрации я приведу пример Самарской, если не ошибаюсь, области, столицы Самары, почти миллион или больше уже миллиона жителей, промышленный, университетский центр. Выяснилось, что работающих аппаратов компьютерной томографии в городе, в общественном секторе, то ли один, то ли два на миллион жителей. При резком катастрофическом росте заражений, пациентов в тяжелом состоянии, скорая помощь везла на компьютерную томографию, чтобы понять степень поражения легких и, соответственно, угрозу жизни человеку, причем это угроза прямая, это была грань жизни и смерти. Ну, вот эти аппараты, работающие очень быстро из-за перенагрузки, вышли из строя. Какое решение принял губернатор? Ну, вообще решение такого волевого плана, административного, то, что всегда критикуют все сторонники рыночной экономики.
Государство не должно принимать волевых решений, не должно изменять правила игры, государство не должно вмешиваться в экономику. Видимо, надо обязательно дополнять, за исключением ситуаций, когда страна, экономическая система оказывается в ситуации глобальных угроз. Вот эту оговорку вы очень редко встретите в лекциях, учебниках и монографиях сторонников такой радикальной рыночной модели. А она принципиально важна. На самом деле пандемия не была катастрофой. Это было несравнимо меньшее бедствие, хотя, конечно, это трагедия, продолжающаяся до сих пор, но несравнимо меньше, чем то, что происходило еще в 20 веке, когда испанка, грипп тоже, между прочим, уносил миллионы жизней, десятки миллионов жизней по миру за месяц. Масштабы были на порядок больше смертности, чем сейчас. На порядок это не в 2 раза, а в 10. Вот. И, соответственно, вот в этих условиях в Самаре было принято решение приказом губернатора под угрозой закрытия учреждений и изъятия аппаратуры, ну, точнее, использования аппаратуры вне контроля частного собственника, о использовании бесплатных аппаратов компьютерной томографии частных клиник, диагностических центров для общественных нужд. Ну, слава богу, частный бизнес не начал революционных действий по борьбе с государством. Наверное, его бы никто не понял, и действия охранников вряд ли имели бы успех. Хотя это было нарушение, прямое нарушение прав частной собственности. Да? Ну, вот это просто маленький пример. Дальше стояла вообще гораздо более масштабная проблема, которая была связана с общественными клиниками, способностью государства быстро расширить общественный сектор медицины, обеспечить население всем необходимым и так далее. Но это была одна часть проблемы. Вторая часть проблемы – это интеллектуальная частная собственность, поскольку та же прививка, вакцина – это прежде всего интеллектуальная частная собственность. И здесь ограничения, цены и многое другое стало предметом уже общемировых дискуссий. Так, абстрактный вопрос о границах интеллектуальной частной собственности и собственности каждого на все, то есть ситуации, когда за разработку лекарственного препарата рента интеллектуальная разработчику не достается, да? А рента отсутствует вообще, и государство в каких-то масштабах оплачивает разработчикам их затраты интеллектуальные, физические, компенсируют издержки материальные, но на этом все заканчивается. Да? Интеллектуальной частной собственности нет, и производить препарат может любая организация в любой стране мира, ну или хотя бы любая организация данной страны, где разработана эта вакцина. Но вот разные существуют варианты решения этой проблемы, и здесь мы вновь столкнулись вот с тем умозрительным примером, который я когда-то накануне коронавируса рассказывал всем о возможном выборе человека, который создал лекарство от насморка. Запатентовать его и драть втридорога с тех, кто хочет не иметь насморка, или не патентовать и дать возможность приобретать дешево без платы за патент. Вот в условиях пандемии этот вопрос оказался практическим, чрезвычайно актуальным и прямо связанным с жизнями миллиардов, даже уже не миллионов людей. Ну или угрозы для миллиардов и жизни миллионов. Жизнями миллионов. Вот такая история с собственностью. Это только введение. Я говорю, что сегодня анонсирую проблемы, которые обнажила коронавирусная инфекция и то, что назвали пандемией. Проблема неравенства я уже вам обозначил. Ну, вот так мы можем завершить второй вопрос сегодняшней лекции. Первый был посвящен, напомню, характеристике некоторых данных о том, что происходило. Второй – тому, какие проблемы обнаружились на рынках в сфере государственной поддержки различных секторов экономики,
в сфере распределения денег для компенсации потери населения, в сфере распределения доходов, их перераспределения, погашения неравенства, которое выросло в условиях пандемии, и вопросом собственности. Такая традиционная для бузгалинской методологии. Три единства: проблема рынка и государства раз, проблемы собственности два и проблемы распределения доходов и их перераспределения три. Я сейчас хотел в завершении, несколько изменив логику лекции, поговорить о соотношении кризиса и пандемии. Соответственно, здесь идет достаточно серьезная теоретическая дискуссия, и первоначальное мнение, которое сложилось к лету 2020 года, характеризовала пандемию как главную причину того спада, который произошел в производстве и в доходах, и во многих других сферах общественно-экономической жизни. Однако значительная часть ученых, в том числе авторы этого курса и их коллеги и за рубежом, профессор Кэмпбелл, профессор Котс, Соединенные Штаты Америки, китайские коллеги, президент Вольного экономического общества России профессор Бодрунов высказали и аргументировали позицию, в соответствии с которой пандемия стала таким акселератором, триггером кризиса, но не его причиной. Причина – это назревавший еще накануне, в конце 19-го, зимой 2019-2020 года, мировой финансово-экономический кризис. Статистические иллюстрации, даже не доказательства, иллюстрации того, что этот кризис назревал именно тогда, я вам привел в самом начале лекции. Это начавшееся уже тогда падение цен на нефть, лихорадка на финансовых рынках, падение индексов деловой активности, начавшееся падение производства. Мир вползал в кризис. На самом деле коронавирус, как ни странно, просто изменил течение этого кризиса, и поскольку очень резко была увеличена роль государства в экономике, скачкообразно, то, что должно было состояться вследствие финансиализации, вследствие господства финансового капитала, вследствие нерегулируемости рынков и финансовых, и рынков услуг, и рынков товаров и так далее, прежде всего долговых рынков. Вот эта нерегулируемость рынков оказалась заморожена вследствие активного государственного воздействия на экономику, на социальные процессы в условиях пандемии. В некотором смысле мы находимся в условиях пока постпандемического, на самом деле еще не закончилась эта вся история, процесса начала, точнее так, перехода от пандемического к постпандемическому регулированию экономики. Но этот переход пока сохраняет очень высокую регулирующую роль государства. Я буду потом конкретнее говорить, или Андрей Иванович Колганов, подумаем, кто именно. Мы будем подробнее говорить о том, как именно, какое именно регулирование, в каких сферах и с какими разногласиями, дискуссиями и так далее осуществляется в разных странах мира, ну и в первую очередь в России. Пока просто зафиксирую, что выход из пандемического спада сегодня начался, имеется медленный, но переход к экономическому росту. И этот переход связан с активной экономической и социальной политикой в мире, в том числе в странах, которые по-прежнему формально провозглашают неолиберальный курс. Итак, значит, по скриптум. В качестве по скриптума я бы хотел сказать, что коронавирус очень существенно повлиял на расклад идейных, политических и так далее течений. Во многих странах мира ситуация существенно изменилась. И пока я не могу сказать, какими будут результаты этих внутренних изменений, зафиксирует ли их уже избирательный процесс сентября-октября месяц. Я читаю эту лекцию накануне выборов в Государственную Думу Российской Федерации. У нас сегодня 15 сентября, выборы через 2 дня, начнутся, да, так сказать, там,
продолжаться будут еще некоторое время. Затем через, не помню, то ли неделю, то ли через две, выборы Федеративной Республики Германии, в других странах Европы. В США уже победил Джо Байден, который, конечно, даже не социал-демократ, но все-таки и не столь правый деятель, как его предшественник. И первые его программы уже свидетельствуют о том, что он намерен усиливать роль государства в регулировании экономики. Напомню, им предложена более чем триллионная, в долларах триллионная программа перехода к зеленым технологиям и зеленой экономике. Что это такое, и насколько это действительно решение экологических проблем, и насколько перераспределение ресурсов в пользу другого круга корпораций, это открытый вопрос. И я думаю, второе, то есть перераспределение государственных ресурсов в пользу других корпораций, это главная причина плана Байдена. Однако некоторые позитивные сдвиги для развития этой страны, я думаю, все-таки этот план принесет. Во всяком случае, по сравнению с тем, что делал Трамп. Поэтому вот эти сдвиги, ну, не то чтобы влево, но к несколько большему государственному регулированию, так, знаете, когда надо сдвигаться на 100%, а сдвигаются на 2, на 3, на 5, но все-таки начались. Гораздо более глубокие сдвиги в сознании, в общественном сознании населения, которое сегодня активно выступает за государственное регулирование. Опросы социологические в нашей стране дают результаты, на мой взгляд, даже неожиданные, потому что более двух третей населения, особенно в регионах Российской Федерации, высказалось за переход к государственному планированию едва ли не в стиле сталинских пятилеток. Я лично думаю, что сейчас, планирование директивное без качественных изменений в экономике, политике, идеологии невозможно. В капиталистической экономике полномасштабное директивное планирование вести нельзя. Надо сначала изменить все остальные экономико-политические условия. Но то, что население убедилось в неспособности рынка эффективно решать самые фундаментальные проблемы, это факт. И в качестве вот некоторого заключения к этому постскриптуму, извините, такое яйцо в яйце, да? Заключение к постскриптуму. Я хотел подчеркнуть, что пандемия многое изменила в видении происходящих в мире и в нашей стране процессов и в населении, и в правительстве, и в кругах экспертов, и в науке. Это серьезные сдвиги. Собственно, весь дальнейший цикл лекций будет посвящен именно тому, какие именно сдвиги произошли. Как именно изменилось и в теории, и на практике соотношение рынка и государственного регулирования, в том числе в социальной сфере, как изменились вследствие этого отношения в общественном секторе, в частном секторе, какие изменения вообще в отношениях собственности происходят, какие изменения происходят в социальной сфере экономики и так далее.